Меня зовут Наталья Цепелевич. Я представляю город Томск. По моему мнению, это лучший город на всей планете. Это мой родной город, я здесь родилась. Я ходила здесь в детский сад, в школу, выходила замуж, родила 3 детей, прыгала с парашютом. Вся моя жизнь вот просто пронизана любовью к этому городу. И вот сейчас мы едем в детский садик забирать мою младшую дочку. И работаю я в достаточно символичном месте, в гостинице «Спутник». Стараемся, чтобы каждый человек, который вот приехал в этот город, обязательно захотел вернуться сюда вновь. Мне кажется, этот город этого заслуживает. Приезжайте все в наш город. Добро пожаловать в Томск!